почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Это просто чудесная, увлекательная, прекрасная книга, замечательный подарок любителям детективного жанра. В книге «Только не Дворецкий» радует все. Размер и объем внушительные. Подбор авторов, представителей золотого века британского детектива: Честертон, Агата Кристи, Дороти Лисейерс, Алан Милн, Марджери Аллингем, Энтони Беркли и многие-многие другие. Перевод. Прекрасная работа переводческого семинара при филологическом факультете МГУ в составе 23 человек, включая двух преподавателей. Иллюстрации. Все рассказы в книге снабжены оригинальными иллюстрациями. Также опубликованы и подходящие рисунки из британских журналов соответствующего периода. Комментарий о башмаках и сургуче, капусте и королях очень многогранный, от Дворецкого слуг. Описание загородного дома, столичной жизни Оксфорда и Кембриджа до моды на археологию, занятием медициной, раскрытием громких преступлений. Обычно под золотым веком британского детектива подразумевают период между двумя мировыми войнами. Ранним предвестником золотого века стал роман Бентли «Последнее дело Трента», опубликованный в 1913 году. В начале века один за другим появляются детективы, которые сразу завоевали широкую популярность. Это «Таинственное происшествие в Стальде» Агаты Кристи, в котором читатель впервые познакомится с легендарным Эркюлем Пуаро, и «Тайна Красного дома» Милна. Благодаря сэру Артуру Конан Дойлу детектив полюбили интеллектуалы, но нужна была формула детектива, и ее попытался сформулировать первый председатель клуба английского детектива Гилберт Кит Честертон в статье 1928 года о детективных романах. А затем Рональд Нокс устанавливает 10 правил для этого жанра, такие как: в детективе не должны участвовать китайцы, сыщику не должен помогать счастливый случай или интуиция, сам сыщик не должен совершать преступлений, запрещены любые проявления сверхъестественного и так далее. Детективный клуб – это не профсоюз. В него принимались только авторы чистого детектива, а не триллера или шпионского романа. Сохранилось несколько описаний ритуала инициации. Новичок произносил клятву. Кстати, она была написана Дороти Лисейерс, положив руку на череп с горящей внутри свечой. Этот череп хранился в клубе и называли его Эрик. Удивительные люди-писатели входили в этот клуб. Именно они создали неподражаемых и незабываемых детективов: Пуаро, лорда Питера Уимзи, отца Брауна, доктора Фелла, мисс Марпл. Дорогие слушатели, погрузитесь в уютный и легкомысленный золотой британский детектив, черпая в нем мужество, юмор и здравый смысл. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».